Многие пенсионеры спрашивают, если пенсионер, допустим, в этом году, пенсионеру исполняется в этом году 80 лет, и при этом он является инвалидом первой группы, положена ли прибавка к пенсии? Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере. Такой перерасчет органы пенсионного фонда производят в автоматизированном порядке беззаявительно. То есть, когда пенсионеру исполняется 80 лет. Однако инвалиды первой группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере. Поэтому выбирается одна, дается одна надбавка, как бы. Согласно закону, соответствующую доплату к пенсии по старости устанавливают по одному из оснований. Либо достижение возраста 80 лет, либо наличие первой группы инвалидности. Напоминаем, что если за 80-летним человеком, либо за инвалидом первой группы установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей, которая выплачивается вместе с пенсией, и за ним осуществляется уход, то ему будет выплачиваться 1200 рублей. Но здесь необходимо соблюдение важных условий. Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу и не состоящему на учете в службе занятости, а также не являющимся получателем пенсии. При этом не имеет значения, ухаживающий проживает вместе с пенсионером или нет, является ли членом.